родилась моя семья, скажем так. Моя бабушка была партизанкой и освобождала Минск, понимаете? И поэтому мне очень больно, больно, что я ту свободу, которую бабушка, можно сказать, отвоевала от фашистов, я теперь ее потеряла. Я не могу спокойно гулять по городу вот из этих товарищей, можете снять, потом другое что-то покажете. Вот из этих товарищей, которые просто так хватают женщин, понимаете? У нас в стране у нас, чтобы все это слышали, я знаю, что это вырежется, у нас нету свободы слова, свободы волеизъявления, у нас нету свободы вероисповедания, у нас есть свобода слова, да? Я говорю спасибо, но я не уверена, что вы это покажете. И вы это не покажете. Свобода везде, на улице, везде. Это свобода? Нет, вот это свобода. Вот покажите, пожалуйста, вот это свобода. Женщину схватили, которая сидела и переживала за своего ребенка, его тоже схватили. Это свобода.